Активисты из Кении обвинили блогера Мистер Бист, который недавно на свои деньги построил в Африке 100 скважин для питьевой воды. Вот это поворот! Дискредитации, то африканцы ничего не могут сделать без белых людей. Теперь в Твиттере БЛМщики и прочие хотят отменить блогера за расизм. Сам Мистер Бист заявил, что готов к отмене и все равно будет помогать людям, несмотря ни на что.